Ну чё, я как бы рекординг-то запустил, мне ты сказал, что я должен сделать эту хуйню, и как бы я сделаю, да, ты будешь видеть, как я закупаюсь здесь, и, ну, не знаю, будет это тебе интересно, не будет, но, в общем, два Crystal Sword я купил, они стоили по 300 за каждый. Один хуже, чем другой, у этого Magic Weapon Damage всего 15, у этого 17. Но дороже было брать то, что больше. Вот это вот, конечно, неплохой. Этот я, наверное, буду юзать с самого начала. Так, второе, что я купить хотел, это мой... Ёб твою мать. Феникс Чокер, бля. Это мои ожерельки. И ожерелье я хочу взять с additional magical damage. Надо close, ой, слот necklace. Rare. И мне, в принципе, какое само ожерелье, мне, в принципе, пофиг. Я здесь был где-то на 8-й странице. Тут парочку уже видел. Вот мне нужно 3, чтобы здесь было. Но вторая стата тоже, конечно, хорошо бы найти какую-то нормальную. Я немножечко дальше пока кручу, смотрю. Вот есть physical damage reduction, что неплохо. Вот это вот неплохая, кстати. Resourcefulness, additional magical damage, buff duration bonus неплохо. Это тоже хорошее. Вот это вот реально хорошее за 95. Wait, additional magical damage 4 бывает? Ну что, 3 бывает? Вот, но я еще плюс All Attributes еще смотрю. Может быть, если будет вторая стата плюс All Attributes, я ее возьму. Я найду такую. Если не найду, не найду. Пока смотрим. Так. Какие есть. За соточку. Жалко, нельзя два атрибута поставить, которые тебе надо. Я бы тогда уже... Я бы подавно нашел. 4 health. Magic resistance. Неплохой. Я уже кучу неплохих видел, а и подешевле было. Additional magical damage. Dexterity 2. Вот опять же неплохой. Вот опять же неплохой за сотку. Action speed плюс 4. Это вообще неплохой. Но на 21 странице. Пока запомню, на 21 странице есть неплохой. Так. Тут даже на 22 странице есть. 21-22 страница, окей. Запомнили. Physical power и additional magical damage плюс 4. Идем дальше. Как бы это еще достаточно дешево. Я случайно два раза нажал. Это все еще достаточно дешево. Это все еще достаточно дешево. 3 additional magical, 5 physical power. Неплохо. Magical power, additional magical damage. Неплохо. Но там я дешевле находил, даже лучше. Я уже ищу только plus 1 all. Хочу найти, ну, блин, я, неужели Plus 1 All так далеко по списку? Я уже половину пролистал.
О, плюс один ол. Что здесь два, но плюс один ол мы нашли. Я уже за 200 перешел. И все еще достаточно редко встречается. Ничего-то кому-то хочется очень много мне писать по работе сейчас. Но я как бы игнор мастер, сори. Я ищу то, что мне надо найти. Я почти до конца дошел. Ёб твой стыд. Идем плюс один ол мы все-таки не будем брать. Если мы не найдем его прям очень и очень скоро уже. 20-21 страница, там что-то там было. Вот мы там возьмем. Нужно две штуки всего. Ну да, это слишком дорого уже. Последняя страница, кстати. Здесь вообще, их вообще нет. Окей, возвращаемся на 21 страницу. Ебать, сколько раз надо нажимать, блять. Так, 21 страница, вот она. Action Speed. Readditional, это охуенная штука. Armor Penetration. Так, давай возьмем вот эту вот одну. Action Speed, потому что это очень важно тоже для нас. Так, мы сейчас немножко назад вернемся. Здесь вот тоже что-то было. Здесь не очень. На 22 странице было там. Вот. Magical Reduction. Вот, Max Health. Вот это охуенное, да. Давай. Все, вот у нас две есть. Идем дальше. Нам нужно additional теперь. Сейчас, секундочку, я посмотрю точно, что нам нужно. Нам нужна клоака. С additional magical damage'ем. А если это возможно, то нам нужна именно клоака Vigilant, потому что она дает нам Vigor. Vigor нам нужно очень важно иметь. Вот, и здесь тоже может выпасть 3. Вот есть 2. Вот есть 3. За 379. Скорее всего, та, что мы возьмем как раз. Нам нужно 2. Прошу заметить, что нам нужно их 2. Вот, но нам не обязательно прям с Вигером брать. Может быть, мы сейчас что-нибудь с чем-нибудь другим еще посмотрим, с чем стоит дешевле. Давай посмотрим тогда любую клоаку с additional magical damage. Так, это все 2, 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 это все 2. Вот 3 Watchman Clock. Projectile Damage Reduction. 225, окей. Так, все, еще 2. Вот 3 было Splendid Clock. Will, кстати, неплохо иметь. Magical Damage Reduction. Additional Magical Damage 240. Это неплохо. Mercurial. Dexterity Magic Penetration. Вот это вообще хорошо. Это мы возьмем. Первое, что мы возьмем. Сейчас я еще посмотрю чуть дальше. Projectile. Buff Duration Bonus. Dex 3.
Spellcasting speed. Абсолютно не нужен. Magical damage reduction, additional magical damage. Magic penetration. Опять же. Magic penetration. Мы, наверное, вот это вот ресурс у нас возьмем. Она зелененькая, правда. Не нравится ее основная стата еще. Но есть вот такая, кстати, с вигером. Buff duration бонус 250. В принципе, неплохая. Давай лучше ее возьмем с вигером. Блять, где она? Вот она. Так, окей, что следующее нам нужно? Отвечу. Так, окей, поехали дальше. Пока насчет колец я не знаю. Посмотрим пока сначала шлем. На шлем, а именно Shadow Mask. Shadow Mask. Я хочу посмотреть эпик от рейра, чем отличается. Агилити на один больше дает, окей. Агилити — это важная тема. Но нам нужно additional magical damage плюс 3. Кто сделает эту хуйню супер, блять, дорогой. Так скажу сразу то, что здесь мы сейчас, скорее всего, 1 000 000 рублей отдадим. Но, возможно, мы просто возьмем плюс 2, а не плюс 3, потому что плюс 3 стоит 400 рублей. Это слишком дорого. Да, это слишком дорого. Мы возьмем плюс 2. Так, вот 300 стоит. Magic Interaction Speed. Ну а что делать за 300? Дорого, конечно. Пока только Саку тракториста получается сделать. Блин, ну возможно тогда получается придется взять плюс 3, потому что, блин, тут 400 почти. Плюс 3 также стоит. Вот он плюс 400. 350 есть. Давай вот это возьмем сразу. А у нас не купили, бля. Spellcasting speed нам не нужен. Какой-нибудь плюс 2 неплохой найдем. Блин, очень дорого. Я не могу такую взять. Дорого. Окей, а эпик сколько стоит такое? 400. Я лучше эпик возьму. Неплохие статы, 420. Ну-ка, за 400 что там? Да, 400 тоже неплохие статы, кстати. Additional magical damage.
Такс. Окей. Я ж не купил, да, еще. Да. И давай рарку поищем еще. Но слишком дорого, потому что я не могу за 400 купить. Не знаю, 388 это, блядь, too hard. Too much money. У меня не так много денег, чтобы покупать Shadow Mask. Мэн. Ну ладно, хоть у меня эти деньги есть. Ну я так же и быстро могу эти деньги потратить сейчас. Ну типа я не буду прям сильно переживать на этот счет. Не зря же я их коплю, правильно? Потом их терять. Как-то тратить. Кстати, вот можно зелененькую взять. Плюс 2. За 250. Сколько это плюс 3 стоит? 379. Он там силы снижены. Это неплохо. Давай зелененькую купим. За 250. Так, окей, смотрим дальше. Что нам дальше нужно? Так, окей. Ну, следующее это супер изи. Нужна оккультист раба. С all attributes. Да, и они стоят миллион. Я как бы. Я знал, что они стоят миллион, потому что я уже недавно их искал. И поэтому я подготовился. Я сразу как бы знал, что мне нужно будет столько денег, много. Да, 540 на одну. 540 на другую. Да, так вот деньги уходят. Так, следующее. Сейчас мы это сюда все покидаем. Следующее. Мне нужны... сейчас, кстати, следующие вещи немножко подешевле будут. Все нормально. Мне нужны пенс, как они называются. Блять, я не помню их название. Пенс, которые дают... Will. Такс. Legs. All attributes. Static attribute. Will. Такс. Вот, получается, вот такие вот нам нужны. И они достаточно дешевые. Вот, можно идти вот уже за 100 плюс 2 атрибута. Но мы купим чуть даже дороже. Мы сейчас возьмем такую, что там... Мы, наверное, поищем, maybe, даже эпик. Так, окей, эпик слишком дорого. Давай рарки поищем. Которые плюс 2 дают. Тут плюс 2 дает рарка. Regular Traction Speed. Вот плюс 2 дает рарка, плюс Dexterity, Resourcefulness, Projectile Damage Reduction, Силу. Окей, maybe даже я... Так, ну я разъебусь сейчас, возьму одну синенькую, одну, наверное, зелененькую. Dex. Да, возьмем с плюс один Dex, ему 160. И возьмем Uncommon, самую дешевую, там за 100 она стояла, по-моему. Если, конечно, не купили ее. Вот она за 100. Все, это есть. Теперь следующее, мне нужны Leather Gloves.
Leather Gloves, и они нужны в целом любые. То есть я могу, например, взять Epic и взять вообще любые, самые первые, потому что они дают по дефолту Dex и Will. Вот, но если они сейчас что-то нам будут давать, типа, допустим, Magical Damage, да, бонус там. Maybe какие-нибудь вот такие мы возьмем сейчас. Два процента, да, может есть Magical Power. Вот есть Magical Power подешевле. Ресурс у нас Buff Duration Bonus 88. Такие вот возьмем. И сейчас без нихуя еще возьмем, посмотрим. Так, что просто кинуть неплохие. Такс. Сейчас я вернусь вот так вот. Окей, ничего нет нового. Magical damage. Кстати, Max Health бонус мы бы сейчас пойдем наищем. Наищем. Max Health. Max Health дорогие, но Max Health бонус. Knowledge. Такие вот эти. Все. Окей, Leather Gloves у нас есть. Что у нас по деньгам? 3000 уже осталось. Но у нас также и много уже есть вещей. Такс. Так, мне нужны ноги еще. Ноги, которые другие ноги. А, они называются Stitched. Stitched Turnshoe. И прикол их в том, что они стоят очень дешево. Вот. И можно найти их, в принципе, с чем угодно. С Move Speed'ом. Допустим. Достаточно дешево. Вот, Dexterity просто сразу давай. Охеренная. Max Health тоже заебатое все. Они не супер дорогие, поэтому да, я сразу Epic искал. Я знал, там их продавал. Так, ну и по идее плюс-минус все, что нам надо, мы взяли, помимо колец, да, по идее? Такс, окей. А что нам нужно на кольцах наших? Это... Такс. Кольца, это что у нас такое? Это ринг. Нам нужно additional magical damage. Нам нужно rare кольцо. Ага, я уже вижу. Плюс 2. Вот оно за 220. Magic penetration. Давай сюда. Нам, по-моему, не обязательно даже rare брать. Давай посмотрим, не rare. Wait. Плюс 3. Какой-то чел плюс 3 продал.
плюс 2, но это зелененькая. 238. Ресурс он за 249. Так. Ring of Resolve, Ring of Finesse. О май гад. Ну, типа такие нам нужны. Это тоже неплохо, кстати. Окей. 1877 голды. А, по идее, мы все купили. Если я не ошибаюсь. Это все. Так. Теперь это все нужно распределить. А у меня места маловато. У меня очень много gold coin персов. Мы сейчас это исправим. Просто все эти gold coin персы продадим. Вот, и теперь мы это в стаж закидываем. Все, так, получается. Снизу начинаем, да, вот у нас ноги. Потом идут руки. Потом идет у нас вверх. Потом идет снижение штаны. Потом идет штаны, потом идет вверх. Потом идет шлем. Я, в принципе, на том билде то же самое делал. Вот они, вторые ноги. И справа я держал именно оружие и эти. Я именно держал их вот в таком формате. Здесь у меня так было. Здесь у меня кольца вот так вот. Вот они у меня здесь рядом стояли. Вот. Собственно так. 4000 там с лишним у нас голды ушло. Но это еще не совсем прям все. Вот. Так. Окей, что нам еще нужно? Перки у нас Dark Reflection, Soul Collectors, Shadow Touch, Anti Magic. Ну давай наденем, допустим, сначала нашу зеленый. Тут что, тот, что послабее сет. Если это послабее будет. Что у нас получилось по статам? 37 will, 303 move speed, не 305, не 310, как я там говорил. Но 303 это тоже неплохо. Magic resistance 34%, это, кстати, очень большой magic resistance, потому что у нас еще есть anti magic. То есть у нас magic resistance 60% сейчас. Маги для нас просто сосут член у нас. А ближники, самые, наверное, сильные для нас враги, это рейнджеры, если мы их будем встречать. Magic power bonus, да, 47%. В общем-то, да, action speed 13%,
Вот. Но это, опять же, это не самый сильный билд. У нас на 118 хп, что, в принципе, неплохо. На самом деле. Так, стиперча. Перчи, чем надо. Давай возьмем Healing Potion сюда. Возьмем бандажики зеленые. Возьмем Surgical Kit сюда. Нам, maybe, нужен торч. Но я не уверен. Ну, давай мы торч сейчас у Сквайра. Так, кстати. У меня у Сквайра ничего не стоит. Я торч поставлю, можно? Так, вот я поставлю торч. Теперь он у меня вот здесь будет стоять. На четверке. Здесь у меня будут, получается, мои пошены. Но здесь, на самом деле, помимо торча... Так, ну давай, как мы сделаем? Magic Protection и Potion of Protection. Ну, вот так вот их поставим. Их не так много, поэтому... Ну, я возьму, ладно, оба с собой. Здесь мне нужен... вот что мне нужно, да. Спасибо, что оно у меня есть. Окей. Gold Coin Purse. Мы с собой возьмем, наверное, все-таки. Хотя не знаю. А, давай возьмем. И по идее мы готовы. А. Ну да-да-да, все. Что-то мы еще... А, ну хилки, обычные хилки мне нужны, да. Обычные хилки, потому что хиляться-то нам нечем. У нас особо хилов-то нету отдельных. Вот, так что. Как-то вот так у нас все пока что. Вот. Мы должны быть достаточно неплохой мощи. 33 минуты я все собирал. Вроде бы ничего не забыл. Надеюсь, что ничего не забыл. Хотя вот чек и дрип. На дрипе, как я и говорил. На жестком дрипаче. Здесь немножко коленки уходят. Ну. Iron Mace, привет. Последнее, что нужно сделать, посмотреть, что у меня по квестам здесь. Потому что я здесь особо на Гоблин Кейвсах не бегал. Поэтому надо мне посмотреть. Это 3 Survive Goblin Caves. Окей, мне нужны Goblin Ear. 2 штуки. Мне нужны спайдеров, сантипидов убивать. Окей, это не на этом хуйне. Howling Crypts. Это тоже не здесь. Это делается само по себе. Broken Skull Bone. Это не здесь. The Collector. Это сделается. Silver Coin мне нужны. Woodsman. Kill player. Окей. Все тогда. Goblin Caves, окей. А у меня в соло хайроллере у меня здесь статуя неофит. Так что я фулл лошара здесь. Надеюсь, такие же фулл лошары у меня будут в противнике. Let's go. Ух, сука! Надеюсь, адреналинчик не будет мне так сильно ебашить. Я все-таки на новом оружии. Окей, у нас есть время немножечко проверить наш дэмэдж. О, это много цифр. Цифр там много было. Цифр там было реально много. Окей. Что я, в принципе, поначалу делаю? Сначала я ищу игрока, который находится рядом со мной. А дальше мы уже немножко почильнее идем. Let's go. Let's go, let's go. Скорость бега у нас хорошая. Окей, мы можем сейчас сделать квест на... Ну, чувандролов.
Быстро. Это кнопку стараться не будем заходить. Стараться будем не заходить, вернее, вот так вот сказать правильно. Wait. Это наша цель. Напомнил, чел. What? Я не могу бить. Я этого чела ушатал. По-моему, там все квесты инстантно сделал просто. Стат чекинг. И статы проверяешь, бро.
У меня что-то все нормально по моим статам. Добро, голенький был, да. Ну вот как-то так пока. А где я второго убил, этого паучка? Спайдер сил так-то, блядь, прям заебатая. Рад пендент, который я и скинул. Ты мне попала, бля, потратил мои стаки. Additional magical damage. Spider Silk! Additional physical, подожди. Знаешь, у меня сзади там эта штука есть, но я к ней могу вернуться, отхиляться потом. Чел живой. Там чел мертвый. Зашел явно. Сундук открыт. Снизу чел живой. Там дверь открыта. Тут дверь открыта. Не идешь. Я
не особо заинтересован в твоем убиении. Пока что сейчас, по крайней мере. Другой человек шагнул только что. Пусть знает. Открытый проход, но неизвестно, открытый или нет. Чекну быстренько, открыт он или нет. Открыть. А вот чел сзади меня был. А, он на контроле, блядь. Супер медленного чела. Ладно. Два всего было. Смотри, с собой свет выключает. Омега тихий чел. Скрытный убийца. Так, окей. Нам будем складывать то, что мы налутали. Вот. Так. Окей, healing potion. Давай сюда. Вторых, treasurer. Десять gold coin purse. Mimics and money. Ебать. Заебись. Goblin merchant. Killing critters. Gold coin bag. Я did it, говорит. Три раза подряд выйти. Окей. Я did it. Yes, I did. It did it. Лишнее пойдет уже, но ничего страшного. Beetle Wings. Это пока что. Сюда уберем. Сюда можем убрать, кстати. Так, на продажу вот это пойдет. Это тоже пойдет. Это вряд ли пойдет. Это может пойти. Это пойдет, явно. Потому что здесь Armor Magic Resist и Armor Magic Resist. Это... Да, кстати, Spider Silk. Сколько стоит? Spider Silk. Я понял. Ну, Spider Silk, на самом деле, очень дорогая вещь, обычно. Но, видимо, может быть, пока что еще нельзя с ней ничего сделать. Поэтому она такая дешевая. Maybe так, не знаю. Но если так, то стоит спайдер силки покупать просто фулл инвентарем, потом просто продавать их. Если ты об этом знаешь, типа, то реально просто берешь и вот это вот все скупаешь, а потом продаешь втридорога. Так, за коллектор. Бум-бум. Бум-бум-бум. Арморер. И вот это. И вот это. Это можно пока оставить. Это все у меня пока. Это я сюда положу. Давай сюда положу. Surgical kit. Килки есть.
Бандажи зеленые. Голдкоин перс. Килки есть. Ума не надо. Let's go. Let's go next. Гоблин Кейвс. Goblin Caves. Айроллер. Так, давай попробуем посчитать, сколько здесь урона. Надо увидеть. Блять, это невозможно увидеть. Вот здесь можно прочитать, да? 29, 54 и 2. Это сколько? 24 плюс 59 это 83 плюс 2 85. Надо еще увидеть урон BOC. BOC, по-моему, там 40 с чем-то ударял. Получается, с BOC я где-то на 110 хуярю. 43 урон BOC. Стой, 43 или 54? Нет, 54 это урон меча, то есть 43 это урон BOC. А то есть 85 плюс 43 это сколько? 85 плюс 43 это у нас 128. Ну так вот. Это в голову, естественно. Это еще не самый лучший меч мы нашли. То есть меч, который у нас другой, у него 17 magical damage, а это все увеличивается additional'ом и всем таким. Там урон еще будет выше. Там реально чел. Ну его нахер этого чела. Нужны их уши. Блять, ват.
какой-то ебанутый чел ходил, конечно. Я вообще хер его знаю. Просто не так. Давай на этого нападем. А вот чел заигрался сейчас. Нет, разве не показалось? Потому что чел заорал. Бэээ. С антипида это была. Ладно, похуй, чего у нас тут. Восемь шардов, в принципе. Сейчас я пооткрывать сундуки, если мы ничего не найдем. Будем просто искать жопу на жопу приключения. Я знаю, где здесь сблизи от нас есть приключение на наш игнал. Здесь. По-моему, он делал то же, что и я. Если так, то у него дохуя всего интересного. Да.
Бля, чел, какой же ты хорош. Additional physical, бро. Ебать. Тот, который там слева ходит, конечно, такой, типа, блядь. И этот чел, почему он не выходит на меня? Наверное, так он думает сейчас. Под синий бандаж. Я хотел вот этот True Physical взять. Как мне это взять? Я готов Бро чуть не убил меня. Здесь я уже везде был. Нужен портал. То можно еще на юго-восток сгонять. За зону и там выйти. Чилим, блядь.
эта дурочка на варлоке были здесь. Блять. Я понял. Теперь я тут что найду. Ладно, пойдем вот пока. Загрязка на меня. О, там где-то открылся он. Может быть такая бильберда, что я не найду где-то ебаный портал. Опа. Ух, нашел. Сколько людей я убил? Двоих. Нормально. Но, блядь, вот этот чел, который тут мне подогнал. Что у него было? Additional max. Плюс 4. Max health. Это лучше, чем у меня, блядь. Эта хуйня стоит денег. Ring of quickness additional. Пиздец. Ебануться, чел. Этот чел был одет лучше, чем я. Я его убил за счет того, что я просто первый был. Охуеть, у него тут... Эта тема уйдет за деньги нормальные. Спасибо за мани. Тупо пацану, спасибо за мани. Это хуйня, вот мы сейчас покупали, тратили такие вот деньги, да? А эта хуйня еще лучше. То есть я считаю, бюджет покупал, а чел прям закупился, пипец. И сдох от меня. Да. У него синий potion of healing. У него тут пипец вообще. Я два surgical kit'а завязал за эту катку, офигеть. Он чего, блядь, не происходило давно. Из-за того, что я не взял столько surgical kit'ов за катку. А gold coin purse? Ну, в принципе, у нас все как бы на месте. А, вот это вот мне не надо, кстати, да. Книга мне тоже не нужна, спасибо. О, жесть. У него там еще оккультист раба была. Она, конечно, хуже, чем моя у него была. Я поэтому ее не взял. Но, может быть, даже ее стоило взять, на самом деле. Может, было выкинуть эту вот книгу. Мою вот эту вот говнистую. Вместо нее этот меч надеть, который я нашел сюда. На второй слот. И 4 слота у меня освободилось бы. Если еще 2 слота освободить там. Например, эти бандажи повыкидывать. Можно было бы взять. Спокойненько. Ладно. Гоблин кейс, хайроллер. Let's go. Let's go, let's go. Так, ну что, мы грузимся уже в каточку.
Каточку, каточку. Каточку, котеечку. Опа. Так, ну все. Как бы пока моя страта работает. Я еще в начале файт. Потом немножко зачиливаюсь, потом уже late game. Ну это у нас не особо офигенный спот. Я бы на самом деле можно было бы сразу на самом деле бы и съебаться. Вот этот спот хороший. Я сейчас зашел. Пиздец, блин. Еще и зеленый пошел фильм. Ёп. Ваши уши нужны. Additional physical. Пару сундуков лутану и пойдем искать файт. Надо сейчас немножко зачистить здесь. Гоблинов. Close the battle. Медленно, блин, падаешь. Улетает. Лево. Но звуков особо нет. Ладно, запушим. Самое главное не быть супер, типа, прям омега агрессивным. Надо быть, типа, достаточно агрессивным. Два удара вот этого чела убить, бесячего. Волос слингера. Мисс чел. Стрессы.
блядь, жесткий чел, сука. С этими мобами со всеми справиться. Ебаный в рот пиздец. Как же тебя хейт взял? Пиздец. У него... Что-то у него интересное все-таки есть. Штуки мне теперь нужны. Агилити теперь будет стоить денег. Заберу. Пиздец, каточка, конечно, у меня, блядь, босс-файт, нахуй, ёбаный. Блин, Ир. Блин, у меня тут сзади еще до херища мобов есть. В зоне. Там выход есть в зоне еще. Можем туда вернуться. Время придет. Столько мобов, столько всего он... Не смог пережить. Вот я пережил. Опа, второй гоблинир. Найс. Ебать. Давай выкинем. Другой выход вышел. Там от меня сейчас бегал. Не он. Вот этот чел, да. А, за три обратно пошел. Меня уже нет.
А куда, куда? Посмотри на мои следы. Давай, где мои следы? Ой. А все, а все, а все, а все, нет меня. Хватит, там, походу, файт пизды был, блядь. Такс. О, боже. Я, короче, это сейчас все на продажу буду выставлять. Сколько видос идет? Час 23. Это убить. Мы убьем. Франчески, throwing knife. Ой, как хорошо. Такс. Синих пошинов у меня мало осталось. Surgical? Surgical я вернул, что ли? Я даже не помню. Такс. Сюда, сюда. Это все продастся. Это maybe не продастся. Это я зря взял, наверное. Не купи, за сотку берем. Зато неку впис. Так, это все продастся. Это продастся. Это... Ну, оно самое даже хуевое даже продается. Это продастся. Armor penetration. Скорее всего, продастся. Agility продастся. Сила. Игр, это все продастся. Хилки у меня ровы только остались дефолтные. Хилки, кстати, за то, что я сейчас ношу охуенные хилки, это, блять, меня спасло. Особенно охуенные бандажи, которые сразу дохера устанавливают. Maybe стоит их брать с собой, это я сейчас продам просто. Окей, последний ран, скорее всего, будет. Вот мне как раз роев назначен 2 из 3 подряд. Я, у меня получится это сделать, сделаем еще один квест. А по квестам неплохо здесь иду вообще. Если так уже я сейчас все квесты поделаю, у меня уже будут квесты только на эти останутся. На майнинг я пойду майнинг ебашить. Я, в принципе, как бы даже могу на этом билде просто... Ну, более такой чиповый билд, да, взять и более дешевенький. Ну, или, блядь, даже вообще в нормал идти. Не знаю. Посмотрим, посмотрим. Пока что мы идем next. Мы идем next. И у нас все пока хорошо идет. Сколько у меня киллов? Один килл только, да? А, у меня было 0 киллов. Я сам сдох от мобов. Ну, блядь. Файт у нас был жесткий. Пиздец. Он на самом деле в некоторых ситуациях, я уверен, что он был супер лоу. Ну, Ясо тоже был в некоторых ситуациях супер лоу. Но меня еще мобы, блин, трахали. Ну, в принципе, так и получилось, то, что мобы его убили. Так что я-то все-таки не сдох. Я после этого, как он сдох, я еще от всех этих мобов отбился. Да. Окей, окей, let's go. Let's go. Где я, блядь? Там, где бандаж лежит, видимо. М.
залагались. Плохое место для лута. Попытаемся, раз уж мы здесь. Сначала надо себя сейчас загреть. Где там? Пикакс, прости. Чё, мы работнички сегодня? I've got horses in the bag. И сюда. Не знал, что здесь эта хуйня есть. Знал, что она супер лоу. Кто шагает?
Бро, у меня Dark Reflection сбросил. Два голден чисто в этой катке. Чтобы я не могу открыть. Что там как будто кто-то есть. Получал. Где? Оп, шагает или чел? Пиздец. Магический урон мне нанесли, блядь. Ебать. Ты еще и одетый. Вот так. Наполовину одетый. Surgical kit, спасибо, бро. Это продастся, в остальном похуй. Of healing. Пушнув протекшн, давай сюда. И ты чё? Additional move speed. Давай сюда, конечно. Пойти. Let's go. Хочу ли я идти туда? Я, может, хочу идти на выход сюда? Закрыто все еще. Посидим чуть в зоне, получается. Ты чё, не откроется? Быстренько побежим.
это жесть какая-то, блин. Еще закрыто. Стоим, хуярим бандажи, получается. Не может же оно быть настолько долго закрытым. Блять, нахуй я спрыгнул. Там долго челов. Чел загрелся из-за этого. Ладно, разъебу сейчас чела быстренько. Блять. Его не видно, блять. Дайте сюда. А похуй выпить такое зелье. Блять, нормально, похуй. Ну вот как-то так. 2 килла. О боже, пиздец, 2 чела сразу, блять. Но, честно говоря, у меня не было такого переживания, как было вчера. Неужели я такой более стал этот ёбнутый? О, Beetle Wings Bug Shell. Ха-ха! Их все-таки надо, блядь, сдавать. Охереть, смотри, чё. Green of Courage фиолетовые. Сколько у меня с ним 50? Вау. Так, ну все тогда, чё, я пойду попытаюсь это все как-то понять, что здесь вообще можно продать и как это, как вообще с этим жить, что вообще, что вообще происходит. Спасибо за просмотр. Я, скорее всего, сейчас минут 20 буду сидеть и все еще разбирать. В общем, да, покеда, пацаны.